Ни один депутат, водитель и стул не пострадали. Авторы клипа с Павликом «Бить» подчеркивают: мы против агрессии. А после Евро бить нам запретили, но не запретят красиво жить. Чтобы вновь о нас заговорили, мы с Саньком решили будем бить. Роман «Сотоварищи» футболом увлекаются давно. Их первый клип с Павликом «Пить» о похождении горя футболистов, снятый 2 года назад, набрал более 3 миллионов просмотров. Логично, что резонансная новость этой осени тоже попала в объектив. Сразу многие знакомые и незнакомые люди тоже знали, что мы написали первую версию клипа с Павликом «Пить», и они начали узнавать, будет ли вторая версия. То есть сами нам натолкнули нас на идею на это. И мы действительно подумали, почему нет, такая идея, она очень, то есть, такая новость, она очень резонансная была. Сказано, сделано. Идея, сценарий, реализация. Всего за сутки. Помогали друзья и знакомые. Кто-то профессиональный актер, кто-то видеограф, кто-то музыкант. Площадки для съемок тоже предоставили бесплатно знакомые. С Шуриком бить, с Кокорину тире бить. А вот осьминогу достается уже 2-й раз, но все понарошку, ведь ростовая кукла – символ и талисман одного из спонсоров. Это их символ, который везде с нами присутствует, как, не знаю, он помогает нам, наверное, снимать эти клипы на удачу. Бюджет клипа 0 рублей, результат 42 тысячи просмотров за сутки и бурное обсуждение в соцсетях. К слову, авторы вынашивают идею 3-го видео – с Павликом жить. На основании Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Ваше последнее слово. Орлы в клетке не сидят.